Здравствуйте, друзья. У нас тут вопрос, который, ну, какое-то время уже у меня в архиве лежит. И не то, чтобы я по этой теме большой специалист, вы сейчас услышите вопрос. Но я подумал, что раз человек ждет, надо сказать то, что я могу сказать. И как бы сбросить с себя груз ответственности. Светлана, зачитывай вопрос. Здравствуйте, Михаил. Меня зовут Стас. Я из Украины, из Запорожья. Так. Мне 23 года, я инвалид второй группы с детства. Второй группы. Вот не потупай, что с запятыми не понимаю. Мне 23 года, я инвалид второй группы. Да. С детства. С детства. А потом думаю об эмиграции в США. То ли он с детства думает, то ли инвалид. Ну, неважно, думает об эмиграции, так. Такой вопрос. Если я занимался в Украине профессиональным плаванием, мастер спорта Украины среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Так. Возможно ли начать плавать за университет или же поступить в университет и выступать для него, для того, чтобы в будущем выступать за сборную США? Например, по паралимпийскому плаванию. Да. У меня цель реализоваться в плавании или тренерской работе за границей, США, Канада. У меня есть опыт работы в фитнес-клубе в своем городе. Хотел бы продолжить заниматься этим же в США или Канаде. Возможно, посоветуете, кому обратиться с таким вопросом. Спасибо. Ну, давай скажем так. Значит, первое, что я скажу, ну мы как бы бесконечно далеки от тематики вот этой конкретной. Просто, ну, никогда не сталкивались. И я даже не знаю, есть ли, например, в университетах соревнования и атлеты, которые именно вот по паралимпийским делам идут. С одной стороны, мне приятно слышать, что в Украине есть возможность стать мастером спорта, вот как бы, да, не в общем как бы зачете, а вот в конкретном под зачете. Это здорово, что появились такие возможности. Но про университеты я не слышал никогда. А может ли это стать основой для эмиграции? Вот из того, что я слышу, и у меня какой-то клик возникает. Вот когда молодой человек, там есть имя? Стас. Стас. Вот когда Стас говорит, что он мог бы тренером быть по этой части, да, там прозвучало это? Да. Вот, тренером, как профессиональная иммиграция, тренером, это, я думаю, намного-намного реальнее, чем, например, вот там выступать за университет. Потому что тренер – это тренер, это востребовано, это есть позиции какие-то, это нужно узко специализироваться. Я думаю, что, наверное, для этого опыт какой-то нужен. Не именно в плавании, а в работе тренером. Наверное, для этого какая-то нужна профессиональная квалификация, сертификация, официальная. Я не знаю, какая именно. Вот. Но я думаю, что вот это путь более надежный. Но это чисто мое такое непрофессиональное бытовое сознание. Значит, первое, что я бы сделал, я бы... Давай я скажу. Дождался ближайшего эфира со Светланой Каф, там, где мы иммиграционные вопросы обсуждаем, и вынес бы туда этот вопрос. Только вы мне напомните, потому что я сам не вспомню. А я еще советую. Давай, Светочка. Дело в том, что сегодня Facebook, в нем очень много разных групп и сообществ. Да. И наверняка, если вы пойдете на Facebook и сделаете поиск по ключевым словам, которые вам понятны и известны, да, и добавите к этим словам, например, США или Канада, да, то вы найдете группы, где вот такие люди, как вы, представлены. И там среди них можно потусоваться и, по крайней мере, задать какие-то вопросы. Может быть. Мы хотим какой-нибудь фруктовый ларек заехать? Нет, едем дальше. Тут вдоль дороги, друзья, видите, говорят, черешня со всех сторон. Нет. Не хотим черешню. Нет. Ну ладно, продолжаем вот, движение. Я думаю, что Facebook сегодня становится очень мощным таким инструментом, в смысле того, чтобы найти одинаково мыслящих людей с одинаковыми интересами по всему миру. Да, это правда. Может быть, не только Facebook, может быть, есть специализированные форумы. Ну, форумы не знаешь, а вот на Facebook ты пошел, ключевые слова вписал, пожалуйста. Да. Ну что же, я пытаюсь положение камеры найти так, чтобы солнышком нас не пришпарило. Я хочу выразить как бы надежду, что у Стаса получится что-то в этом направлении.
потому что ему это нужнее, чем большинству из нас. И в его жизни это важнее. И хочется верить, что это возможно. Вот. Но именно вот так, чтобы пальцем ткнуть в точку и сказать, вот здесь, в этой точке, вот тут смотри, конечно, сложно. Просто в силу того, что мы далеки от этого, из другого мира люди. Нет опыта, нет таких связей, знакомых таких нет, знаете, как бывает. Но если попадется когда-то человек, который в курсе, вот, а зарекаться мы не будем, люди разные нам попадаются, мы тогда обязательно его поспрашиваем на эту тему тоже. Вот, наверное, все. До свет. Да. Счастливо.